6 октября в Кишиневе состоялось очередное заседание пресс-клуба, организованное Центром независимой журналистики, где обсуждался вопрос роста преступности в Республике Молдова за последнее время. На заседание были приглашены представители Министерства внутренних дел, Генпрокуратуры и Центра юридических ресурсов «Промолекс». Александр Никифоров, Минский Бендер. Я хотел спросить одно. Вот не стоит ли перенять опыт некоторых стран, которые ставят сейчас в машине видеорегистратор? Естественно, мы хотим как можно больше устранить прямой контакт, чтобы он не был вправе брать деньги, то есть и обязательно, чтобы это все как вот в других странах происходило на камеру. Пресс-клуб организован в рамках проекта «Укрепление потенциала СМИ в освещении общественно значимых вопросов» при поддержке представительства Евросоюза в Республике Молдова в рамках Европейского инструмента для демократии и прав человека. Елена Цветкова, Ирина Воловая, Александр Никифоров, Днестр ТВ.